скажем так, в этом городе. Поэтому наша задача продержаться как можно больше. Пока типа основные не подойдут. Ну, мы наших идем в основном, да. Потом будем продвигаться. Беспенсу не представляете, формы его не было, они в фастемах и зеленоватых формах. Типа ССОшники наши, русские. Да, наши ССОшники. Там у парочки типа такой песчанки, а вторые зелени. Серафим дошел? Подхожу к шарику, слышу звук мотора, прием. Север? Или где? Да, около него север. У шарика север, да? Ты что-то слышишь? Да, что-то подъезжает. Это какой-то КамАЗ, прием. Да, это Урал там ездит. Наш нет. Скорее всего, наш. Нашей нет, там техники, там только враг. Нету? На севере нету нашей техники. На шарик Урал проехал. Есть своя техника или нет? Нет. Все, враг. Остановился за домом. Спешился, ушел направо от дома. Веду. Много там, нет? Двое было. Серафим, отходи, не рискуй. Просто отходи. Под нас их подводи, и все. Слышно? Да. Серафим. Ему грены прокидывают. Да. Если на восток отползешь, я тебя прикрою отсюда легко. Вижу прям тебя отлично. Думаю, это твой Серафим? Нет, это враг. Он в здании в этом, на втором этаже. Серафим, ты ушел оттуда, нет? Нет, еще он ползает там. Все, убили его, кажется. Где он был? Где разрыв последний? Прямо на склоне лежит. Сколько до туда, Шитаныч? От меня 500. Надо бы сразу сдвиг сделать, чтобы потом не париться. Приняли? Сейчас. Сдвигаемся или что? Да, сдвигаемся. На военной базе очень много всего. Вроде и танк, возможно, и бэха. Там справа что-то встало под этим, под забором. На северо-востоке. Бэха на востоке прям в замке стоит. Замок такой небольшой. О, по мне работает. До свидания. О, нет, живой. Да-да-да, ушел. Лечить. Смотрите, он глазастый. Не, нормально. Что это, она можешь примерно метку поставить, где это? Где просто... На востоке где это? Этот замок есть. Там одиночная башня, я хрен знает. Он, его, наверное, нет на карте этого замка. Там сканды поставили метку техники. По-моему, это вот они на них поставили. Лучше не оглядывать это вообще.
чтобы он по мне отработал. Спенгала. Разведочник. У нас. Без ДВ вообще тяжко. Один СКшники, походу, пошли уже, смотри, на север. Угу. Надо... Я не знаю, я попробую тогда сходить, куда Софья хотела Морриса забрать. Давай сначала к один СКшникам на КВ зайти, говорить, может, я ничего знаю. Один СК на короткой? Один СК на короткой? Да, ТВшники. Мы там, у нас ДВшка потерялась где-то в руинах здания. Чё там вообще, мы сидим еще или на север, смотрю, пошли? Это мы за БХ пошли, все нормально. Остальные пока в городе сидим? У вас дальняя есть? В городе сидим. На себя метки проставьте, я сообщу о вас. Сейчас, секунду. Метки поставил. Я уже, блядь, уже в руинах. Давай быстрее, здесь прямо она прям рядом есть. Да, блядь, бегу, бегу. Шел туда пока к нам на КВ, если что, сообщите. Если куда двигаться надо будет, у нас нет дальней. Это карабин 1СК. Да-да. Командир сказал вам выходить с нами на коробку, и кто у вас остался в живых, занимать северную военную базу. На горе, да? Да-да-да, он метку поставил. Принято, да, сейчас он... к вам выйдем. Все, добро. Так, а вторая КВшка у них, нет, вторая. Актер, подойди ко мне за шарик. Там оптика, калаш, оптика. Босс, я в доме. Две секунды. Заработала. Едет кто-то, едет. Да. Слышишь? Карабин. Ах, черт, тут снаряды для семерки, если что. Да я фуллоу, я не смогу запихнуть. Повтори, кто меня звал, не слышу. Это Номак, я говорю. От нас на западе, на метках РТшника. Где метки МЭРС, еще кто-то. Там что вообще, актуальные метки на противника, их ждать оттуда или нет? Примерно там, да, есть противник. Либо на западе от нас, да, получается, либо на северо-западе. Нам их пойти зачистить? Да, можете походить. Только давайте примерно на гору Скиптра. Туда. Да, понял. Да-да, мы тут. Мы тут. Там 3 АВ и наши двое уже. Да, там враги сидят, вижу. На метках РТ, шайтан. От моей метки запад 200 метров, минус один. Шайтан? Да-да-да. Не по тебе? Нет. Это наши, походу, по ним долбят. Чистим гору Скиптра, АВ с нашими двумя. Блин, дом доклад мне. Принт. Не получится. Далеко нам, нас контролит. Вот и идет к нам, блин. Только с ним пошел на северо-восток, ой, б***ь. Давай.
Да, двоих убили. Поставь на нас метки, пожалуйста, в дальнюю. Мы тут ходим прям по меткам противника. Навышников. У нас, возможно, на северном склоне есть. Да-да-да. Сейчас чистим гору, вот эту синие метки, которые... Дам пару грен. По кому, актер? Понял. Жив? Живой? Да. Да, живой. Кинул гранату. Спину захожу. По мне, актер, помогай. Актер, пуши его. Актер. Актер. Убил, убил, убил. Твоя? Еще минус в лесу. Все, там союзники, актер. Впереди союзники. Отойдем давай. Чтобы они спутали нас. Один СК, слышно? Карабин. Давай. Нет, он должен быть тут уже. Надо наверх подняться. Карабин тут? Да, нома. Нома. А, все, здесь уже ВП, все нормально. Здесь все прочистили. Карабин, меня слышно? Ном, как принял. Принял, принял. АВ. Да-да, слышно, нет? АВ, розовый маршрут видите? Да, видим. Возвращайтесь по нему. Принят, видим. Чё, я на коне. Погнали. Всё, поехали. Слушайте, а у нас в городе кто-то оставался из наших? По-моему, в городе врага видел. Откуда мы уезжаем? Дал метку. Едь, там семерка.
Там передай по дальней, что в городе была РПГ-7. У нас же там танк стоит на вот этом, на военке. Может зайти к нему в спину. У них техника вся сгорела или еще что-то оставалось? Зушка, Зушка, сзади по нашим отработала. В смысле, это же своя Зушка. Она только что убила кого-то нашу. Нахуй, да, там кто-то есть на западе у нас. Я в бункере. Это снайпер, снайпер, снайпер хуер. Отвечаю, снайпер хуер. Моем больше, больше нет у них. Зушка наша, да, это была, значит? Да-да, она по башне работала. Она убила кого-то сейф. Вышка дальняя, снайпер. В окне. Убил. Тут внутри триггеры, что-то разрывы какие-то непонятные, блядь. Кто тут флаг парит, штурмуют. Вы на флаге или где? Здесь Зена штурмуют. Нет. Блядь, там никого нет же, нахуй. Там свои стоят, блядь. Там свой танк стоит, блядь. Там никого быть не может. Чё они, блядь, делают? Зачем, блядь, ТПШ? Кстати, захватили флаг, всё. Все, отлично. Метка, смотри, одиночная где-то впереди. Да, север, ровно все верно. Угу. Уже за рельефом, если идти по долинке. Ну, аккуратно на метку, значит, заходим. Может, там есть? Да это, блядь, наша метка зеленая, первая, ВП-1, наверное, просто дыра. Я знаю. Ну, что я могу тебе сказать? Ну мы примерно же идем. У нас весьма супера. Не, у нас же нет, не надо там. По мне, по мне, по мне, по мне. Слева. Сюда. 350, вижу. Спугнул его. Спугнул его. 320, 330. Что, тебе это не барыш? Не-не-не, СВДшка была. По мне вот сейчас стреляет, это барыш. Ну вот до этого, да. До этого застава, либо СВД. На холме прямо сверху. Все. Ну, вот метка артиста примерно. Ты что было сейчас? Кто работает? На того, где снайп наш.
Короче, ты работаешь, что? Да, да, ну я подавляю его. Грек, живой? Актер, живой? Куда-то он свалил, нет, то... Возможно, в домике севернее, спрятался. Севернее сказали, ушел куда-то. А, вижу, кажись. Да, вижу, их двое, они уходят. Да, 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 на север. Один минус. Продымляется, походу себя пришел. По дымам пусть работают, если видят дымы. Север. Быстро иду к вам. Почему не вижу дымов, пиздец? Это гелики. Это гелики, слышали? А где ты, блядь? Место обновил на себя. На востоке я немного. На высоте. Что-то я могу попробовать попасть туда. Не-не-не, он ушел, скорее всего. Я подхожу к нему, где дымы были. Ага, хорошо. Смотрю. Внимание, танк сожгли. Чуть большое валяется рядом с ним. Другая большая пушка. А, вижу шайтана. Ты гранат кидаешь, шайтан? Да. Ага, все, понял. На военной базе есть свои внимание? Я на бункер захожу, но не военка. Сейчас место поставлю. Кажется, на востоке КСВК работает. Ну, на востоке. Вот сейчас. Вот это военка, как раз, да, я... Нет, это не военка, это другое что-то. Хотя, да, военка, наверное. Вижу его. Очень далеко на 80 камня. Он даже не на военке, он дальше там, совсем дальше. Ты его спугнул? Да. Это я над тобой стреляю. Не-не-не-не, тут КПшки перелетают прямо мне в дом. Я сейчас поставил, покажу. А у нас стовка под БТР не подставилась, которая к нам приехала? Я не знаю. Я говорил, что куда я нахуй маршрут строю. Пэнк. На ту горку бы МК-шку натравить, на северо-восточную ее сторону. Сейчас. СВД по файтеру. Файтер живой? Вот нет. Да, я вижу, вот уж мертв. Нахуй он туда пошел, ну ладно. По кому работать? Примерно дал метку СВД. Блин, он как будто бы ранен. 30 от меня, 2-3. Выпуск по нему пошел. Контроль едет, едет вниз, съезжает. Ну попади! Отлично попал. Не знаю ему. Да, байтер сгорел. Все, проходим. Пехота от него отошла. На СВДшку это самое, внимание, если что. Да будете проходить, где-то справа нас будет контролить. А слева от загоревшего байтера лес, туда ушел пехотинец, минимум один. Это опять СВД. По вам, да? Да, попал по кому-то. Попробую найти. Там, где файтер друг. Там, где файтер друг. Да, понял, в смысле, ты видишь его? А нет, это севернее файтера. Да, тогда еще там наш пехотинец куда двигается туда. Севернее, еще сместился он. По вам? Да. Вижу его. Вижу, 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 бежит. Убил, это Мосинка. Хорош. Понял. Хорош.
Он. У них звук одинаковый, СВД мощный. Еще тот, который рядом был, да, вот здесь нам? Да. Попробуй посмотреть сам. Мы на север подвигаем. Да, мы двигаемся. Тут осталось три человека. У меня... Минус еще снайпер. Я говорю, двое. Еще работаешь? Это еще есть? На востоке сидел, где метки ПТРК, там убил. КСУКшник, может быть? Понятия не имею. В кусту лежал, смотрел на меня. У бункера вы поднимаетесь уже? Да, мы тут тоже. Да. И союзный снайпер. Что за гранаты? Это у вас? Да. Раненый. Отходи. Кто-то грены кидает в бункер или из бункера? Угу. Скорее всего, из бункера. Кого? Угомонись, я что ли кидаю? Спуститесь ниже. Нет, не мы. Возможно, враг сидит где-то здесь. Живые? Мэтт. Походу Мэтт самый неживый, нихуя. Походу Мэтта, да, тут убил. Да, там опять взрывается, блядь. Убили тут одного WhatsApp. Я перед вами на юге, на юго-востоке. Контроль вас. Принято. Дальняя у них живая. Бля, по мне! Север. Да. Отошел. Блядь, его не видно, сука, с вижу. Ориентируй. Понял. В камнях, что ли? Не вижу, в камнях или где? Он в зеленке? Да, он в зеленке. Выбить ее нечем, придется терпеть. Я не знаю, что еще. Подожди, а по карте это все зеленые? Вижу. Видишь, не видишь? Юго-восток от Беттера, вижу, за камнем, да? В шортах? Да, там, по-моему, что-то либо в шортах, блядь, он еще один ближе даже. Я его пугаю. Нет. За камнем. Да. За камнем враг, видел? Да, СПН, блядь, у нас на юге, на берегу, блядь. Двух убрали. Что-то спину, что ли, летит? WhatsApp? Север, кажется, били вроде. Угу. Мою метку пускай зеленка отработает.
Убил там твоего лесу, WhatsApp. Убил, хорошо. Все, я... А какой сдвиг-то? Грек, связь с лавкой есть у нас? Есть. По их... Блядь, что там взорвали? Не лавка наша взорвалась? Нет. Короче, они ждут нашу лавку, которая поехала к триггеру, они ее ждут. Ушли они с ДВ. Вражеская ДВ у меня. Бля, попали в Грека. Запад. Это запад и работает. Это не Грек. Один СК... Да-да, я понял. Короче, от нас на западе хуйня, блядь, крупнокалиберная работа. Нашило, блядь, он. Живой? Аккуратно. Что там, связан? Да, тут ранили один из кашника. Работали с запада, по-моему. Повтори еще раз. Нормально прохожу по восточной. Ты на актуальной? Вижу. Убит, можно сказать, что я. Но я в разделении. Отца, пойдем. Пойдем, пойдем. Пошли. Лавка долбит пока. Суф, WhatsApp. Миссия закончилась с нашей победой. Отличный способ следить за информацией на канале — это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.